40 позиций. Как думаешь, потому что ты жирный, это как бы влияет на то, что в Макдональдсе питаешься или нет? Здесь половина счета твоего. Твоего. И ты такие позиции называл, которые я просто не знаю. Ты про 69? Ну, я вам не могу не похвастаться своим перемещением в Нижний Новгород в суперлюксовом. Спасибо. Я Антохе Малышеву. Я буду спать, наконец-то, и ехать поеду. Сейчас будет открывать. Прокомментируй вообще, что происходит, народ. Да, мы выезжали на понтонный мост. Я вот ни разу по понтонному мосту. А скажи, я не разу ездил по понтонному мосту. Прибыли мы на Нижегородское кольцо, вот приехал автовоз и привез одну единственную машину. На самом деле все остальные уже сгрузили, тишина. Сейчас будем раскладываться и просто собираться потихоньку. Закрытый парк уже практически весь расставлен, вон жирные пацаны, все на красоте, на стиле. И вот обновленная красоточка наша. Красавчик, точнее. Красоточка, красавчик. К сожалению, ввиду отсутствия времени, немножко мы не успевали. Мы не сделали всех деталюшек, которые хотели. Машина, не хватает порогов, мы их завтра доставим. Не хватает кое-каких винилы, канард и так далее. Но, в общем, скоро соберем их в кучу. И вот Настя Штемберг надевает браслет Аркадию Цареградцеву. Причем он-то просит. А Коля просто наблюдает за этим всем. Коль, тебе нравится? Тебе нравится это зрелище? Любишь посмотреть? Любишь посмотреть? У нас отличная погода, отличный чиллаут вечер. Все тусят, все тусуются у Гочи, кушают плов. Был сильный дождь и ураган, поэтому палатки все поубирали. А загоняют тачку на сервис, делают подразвал. Хороша трасса Нижегородское кольцо тем, что здесь есть такой потрясающий гоночный сервис, в котором стоят гоночные машины, в котором есть все оборудование. Ребята всегда нам помогают. И вот сейчас мы загнали Rocket Bull на сход-развал. Сейчас будем делать сход-развал.